Джесс. Джесс. Вижу цель! Держи, сволочь! У меня вся жизнь пролетела перед глазами. Как в рэп-клипе. Куча денег, гламур-лемур. Красотки об меня попами трутся. Так хорошо я пожил. Все хорошо. А ты умеешь за себя постоять. Спасибо, что спас. Я Джесс. Раз уж ты тут сражаешься с эдемщиками, то наверняка знаешь моего дядю Датча. Слушай, времени у меня мало, я перейду к сути. Я выслеживала одного из обожателей Иакова. Его зовут Поваром. Да, имя не очень страшное, но поверь, он конченый псих. Я почти его нашла. Но нарвалась на патруль демщиков. Помоги мне. Нельзя дать ему уйти. Этот тип перерезал кучу невинных людей. Нельзя, чтобы это сошло ему с рук. Идем. И так потеряли кучу времени. За мной. Выживающим надо бы получше следить за этим. Сюда. Местом. Это оружие. Нужно позаботиться о пленниках. Они достаточно нацепились. Его почерк. Он сжигает людей. Заживо. Сучьи сектанты забирают всех. Они вытащат тебя из дома, бара, из церкви. Им похер где. А потом тебя определяют в одну из двух групп. Сильная и слабая. Иаков собирает армию. И тот, кто не может или не хочет стать солдатом, умирает. Прорядить стадо. Так он это называет. Уничтожение невинных людей. Никто не верил, что это правда. Потому что никто не хотел. Иду. Прикрой! Я иду!
кажется, теперь мы с тобой больше, чем друзья. От кого мы ищем? Повар, любимчик Иакова. Главный по очищению. Он поверил во все, что несет Иаков. Ничего, эта мразь получит по заказу. Что это? Иду сюда. Твою мать, его нигде нет. Зато я вижу пленных. Обращаются с людьми, как с животными. Держат их в клетках. Святоши! Ну, понеслась. Только не шумит. Или пленников убьют. Прикройте! Они меня не видят, а я их вижу. Чувствую себя хищником. В конце концов, они поймут, что заблуждались. У меня кровь! Я иду! Я понял! С одной семьей, родителями и детьми, он заставил их голодать. Не давал им ничего, даже воды. Их мучила жажда, и им пришлось начать пить свою мочу. Иду за тобой! Погнали! Дети отказывались. Родители пытались заставить, но детей рвало. Повар был недоволен. И тогда он вздернул родителей на столбах под палящим солнцем. Иаков поплатится жизнью за то, что он сделал с выживальщиками. И Лайн. Базара нет, доктор Шерлок. Посмотрим, что здесь. Их сейчас казнят. Иди первый. Я за тобой. Я переберусь туда. Помни, если они нас заметят, то убьют пленников. Если б мы не прятались, я бы заорал. О, да! Только громко. Прикольно. Мы типа ниндзя. Все мозги. Отдохнем же. Минус один. Черт. Надеюсь, койоты тобой не побрезгуют.
Удачно, что у меня в кармане запасные трусы лежат. Почти чистые, я бы сказал. По-другому никак, я все-таки джентльмен. Там трава зеленее! Нас было больше в этой яме. Блэк, спасибо, что выручил. Спасибо. Боже, остальных забрали в яму. Нет, спасибо, ты спас. Пойдем. Выживальщики, наверное, в восторге от новостей из района Хинбэй. Сэр, здорово, простите. Вы с пумами вломили Вере. Нужно отдышаться. Долго еще успокоиться? А я рад, что не сдох. Я американец и хочу сам решать, как мне просрать мою жизнь. Ранили! Не зли меня, тварь! Попотеть, но мы своего добьемся. Он поплатится. Так вот, повар вздернул родителей и решил дать детям немного воды. И потом спросил, хотят ли они есть. Дети, конечно, хотели. Умоляли. Повар предложил им свинины. Они согласились. Он подошел к родителям, снял с них обувь и начал считать. Один поросенок пошел на базар. Кровь лилась. Ой, скинул бы кто-нибудь Якова с лестницы. Повар широко улыбался. Ты, главное, береги башку и жопу, а то волчары эти святоши тяпают от тебя кусок другой. Поджег тела родителей. Воздух наполнился сладким запахом горящей плоти. Это невозможно. Мы нападаем, они берут пленных, повторяем схему. Тогда они перестали кричать. Я осмотрелась, но он меня этой тресни пропал. Растворился, как демон в ночи. В общем, теперь ты знаешь, почему он помнил. Должен покончить с Иаковым. Округ не заслужил такой участи. Да завали ты уже! Мы и так знаем, что все хреново. Одуреть! Фанатики! Прикройте! Их уже жгут. Он приготовит их в огне. Гори! Гори в пламени, отца! Подохнем же. Слабые умрут! Благодатный огонь очистит вас! Что же подстава? Шучу, шучу. Совсем разберусь. Thank you.
после такого голова болеть будет. Да я из тебя дурман сделаю. Эта мразь заслуживала худшей участи. Можно без церемоний. Хорошо. Вот. Привет, конечно. Выглядишь не особо. Привет, мисс. Что теперь? Приветик! Рада тебя видеть. И что? Пустота. Дач был прав. Повар мертв, и я ничего не чувствую. Я всегда хотела найти его. И вот я не знаю, что мне теперь делать. Дач во многом был прав, как оказалось. Насчет секты и Лая. Может, и тебя. Ты, если тебе нужна будет помощь, скажи ей. И спасибо. Спасибо тебе за все. Лицензия на лук есть, а, Джесс? У тебя есть лицензия на этот? На него не нужна. На него не нужна. Вот это действительно стрёмно. Если нужен хороший стрелок... Я пригожусь. Привет, помощник. Подружиться с моей племяшкой непросто. Но если тебе нужен кто-то, кто делает все быстро и тихо, это она. Пригляди за ней, ладно? Заметил, сэр. У нее была тяжелая жизнь. Эй, к нам тут гости! Перебегу! Эй, погоди-ка! Что было? Кто заказывал пинки под зад на второе? Фиша святоша! Ты молодец, спас многих, спасибо. Суть в том, что я знаю этих уродов, как заводные. Они везут сюда грузовики за новобранцами. Хочу устроить им сюрприз, когда они будут у ворот. Взорвем грузовики, чтобы они не смогли их больше использовать. Главное, они не должны ускользнуть от нас. Иду сюда. Об охотнике, судя по снаряжению и по рукам. Будет сделано. Уже почти все знают. Ранений нет. Илай говорит, привет, что ты изменил ход войны. Но это не конец. Черт! Готова действовать. Противника! Двигаюсь. Ох ты! Дэмщик меня спалил! Прикройте! Прикройте, перезаряжаю!
по делам, святошим. Держать. Держись, как он дело делает! Я пошла! Прикройте! Покажите, на что вы способны! Дави! Иду!